Всем ни бага, ни лага, подписчики и зрители канала Скиф и Дрожь. Всем привет! Да. Мы продолжаем играть в Divinity Origin Sun. Ну тут как бы не совсем Sun, тут Dota. Все, я начинаю ходить. Да-да-да, и я уберу. Я ведро оставлю себе на голове, но я невидимым его сделаю. Все-таки да. Это, ну зрение минус 55, и слух минус 55. Нормально. Нормальное ведро. Может, так. Нафиг тогда такое ведро? Я его лучше сниму. Так, пойдем к легионерам уже, наверное. А есть стрелочка, где это? Подожди. На карте они отмечены. Дом. Ну да, в доме у Эсмеральды мы были уже в прошлой серии. Штаб легиона где-то в той стороне. Туда вот. Можно точку поставить? Я точку поставил, это помог. А вот видишь, у тебя появилось, нет? Не, нифига. Так, а жди, а как точку поставить? Прям правая кнопка мыши. Ага, ткнул. А ну все, появилось, да, стрелка теперь, когда я ткнул. Я бревно нашел, будем делать Пиноккио. Да, опять бочки всякие. Ну, халяву, я не могу, я алочный человек, я не могу пропустить халяву. Горение, костер. Тепло. Тепло. Да. О, потушил. Горит. Зачем я бочку с водой таскаю? Вот секрет секретный. Вот это да, это хороший вопрос. Это легионер. Нам не сюда, походу, нам дальше куда-то. Да-да-да, там стрелочка. Пленница какая-то. Смотри. Где? А вот. О, что-то происходит здесь. О, я с ним поговорил. Так. Ага. Так, я не хочу тебя зла, мне интересно, кто ты такая. Угу, то есть ее тут, кажись, обманули. А мы ее, наверное, вызволить можем как-то? Может быть. Может замолвить за нее словечко у кого-то. И все, что ли? Так. Что с ними, слушай? А с ними даже поговорить нельзя почему-то. Нет, я говорю, потому что уже. А, да? Да, они тут уже что-то как-то в шоке от того, что я с ними заговорил. Так, сейчас узнаем про эту леди. Дикая тварь. Ребята, грубые. Да вообще. Я, кстати, украл лук и кинжал ее. Угу. Так, как же они хотят поступить? Так. Возможно. А, это вот пошел выбор наш. Угу. Опять камень, ножницы, бумага? Не знаю, ну возможно, нам стоит взять эту странную девушку под свое крыло. Если мы все-таки решим ей доверять, она может нам пригодиться. Ну да, ладно, я согласен. Играть здесь нет смысла, лишних людей не бывает, как говорится. Тем более она, походу, лукарь. Ну да, только уже ты его лук спер. Ну я отдам, если что. А, ну все, какое облегчение. Да. Че, смотри, у нее шрам, вот на картинке посмотри у девушки, на лице. А, вижу, ну. Это же ее укусили. Угу. Как-то они очень быстро согласились, чтобы мы ее, да, к себе взяли. Охраняли, и тут... можешь присоединиться. Наверное, цепляю ее к себе, пускай она за тобой бегает. Или нет, она дальник или милишник? Она, скорее всего, лукарь, но посмотрим. Так... Твой вариант? Так, может, мы... Угу. О, да, наверное, так. И чё? Ну, я могу её как-нибудь прицепить. Да, подожди, а как мне? О, я к себе её привязал. Да. Так, она кто? Она к тебе с тобой теперь бегает, окей. Она действительно лукарь.
У нее есть лук хоть? Я не знаю, как посмотреть. Инвентарь и вбок. Так, ты в разговор залез, да? Дальше, дальше, дальше. Я ухожу, конец. Так. У меня нет. В инвентарь, и вот видишь, где у тебя... У нее стрелы есть. Тут есть, у нее лука нет в руках. Дай ей лук. Давай я тебе его передам, а ты ей передашь. Ну давай. Два одинаковых лука, так что нет разницы. Угу. Я могу и стрелы, кстати, тоже. У нее так лук. Так, отдать лук. Так, как сделать? А, вот отправить. Я ей сразу кидаю. Всё. А, во. Я тоже нашел отправить ей. Отправить ей. Все, теперь она у нас. Книжку, я вот не знаю, у меня есть книжка, я не знаю, она исследует ее сама. Так. Ха, так. Я иглу нашел. Лук в руках. Так что у нее есть воскрешение. Еще один лук. А, оставлю себя. Придем. Сейчас я ей немножко поднастрою. Это что, отравленная стрела? А, оглушающая, огненная. Их сюда вынести можно. Да, ты же за нее еще тоже в бою будешь. Да, я думаю, сейчас мы быстренько кого-то найдем, кто в ближнем бою будет. Да-да, это не страшно. Абсолютно. Это, я думаю, да. Так, книга навыка лечения отравлений. Использовать. О, уровень ниже, чем нужно. Четвертый уровень нужен, чтобы этой фигней воспользоваться. У нее какие-то заготовки. Ну да ладно. Так, ты где там уже? Да, я тут. Так, вот как обычно. Как обычно. Только стоит отвернуться, уже воруешь что-то. Если что, я беру взаймы. О, на временное пользование. Какой-то подвал, опять же. Хотя нам... Мы почти на месте. Нам с другой стороны только выйти. А нет, вот штаб легиона, вот мужик, который нас ждет. Да, штаб легиона. Окей. Сейчас подождет, я доворую. Я думаю, он ну, как бы знает, что люди приходят. Мы еще даже не поздоровались, а ты уже тут. Я заочно ему говорю привет. А ты можешь телепортировать вот этот сундук прямой, который посередине? Так, а что он? Мешает там пройти, там вкусное что-то дальше. О, могу. Так, стоп, я уже играю не той. О, хорошо. Вкусное халявное, мешки с зерном. Хлебушек будем печь и выпекать. Мяско у меня дофигища. Я не знаю, зачем мне мясо. Еще чернильницу нашел. Ну, мясо юзать надо будет, наверное. Так, открываем дверьку. Пойдем к этому товарищу. Так, что он поведает? То есть с ним разговаривать по поводу убийства Джека надо, да? Да, вот, поговорим об убийстве. Угу. Ну понятно, пока ничего интересного такого. Угу. Может, насчет Смиральды скажем? Да-да-да, я уже увидел. А, ну все-таки, походу, да, это мы уже нашли заранее. Ага, прикольно, слушай, так нежданно, негаданно. Ага, улики. Так, кстати, о той книге. Наверно. У нее жесткие доводы. Блин, а? Нож? Что, и нож тебя не убедит? Ага. Как так недостаточно? Он что, специально ее отмазывает? Вот парень, да, а? Походу, да, что-то тут как-то темнится. А где труп сам? Его уже закопали, может нам как-то его осмотреть можно было. Так, я хочу задать, чему? Обычно помню в Ведьмаке, допустим, там все это осматривалось. Так, а нежити? Нет? Какой-то вообще странный тип на самом деле. Еще больше глава здесь. Ну и все, больше походу ничего он нам не скажет. Уходим. Да. Уходим отсюда. Ему что нож, что книжка — идеальное убийство. К
как-то не, да. Ничего не подействовало да, на парня. Убийство. Посоветовал нам осмотреть место преступления в таверне. А таверна у нас? Таверна у нас... Где-то. Ратуша. Я даже где? Не знаю. Но где-то, наверное, поблизости с площадью, где мы были. И там и таверна должна быть. Короче, надо город исследовать. Выходим да. И туда. Пошли на площадь. Я, наверное, сразу туда перемещу камеру и тыкну. Вот это что за здание? Тут здание какое-то. Так, это у нас лагерь. Походу, я бордель нашел или что это? Где-то там уже бордель нашел. Я быстрый. Так, а ты... Так, мы бежим сюда, ты туда? Да, иди за мной. Вот сюда, походу. Все, чешу за тобой. Вон, видишь, я на карте поставил значок, флажок. Чтоб я видел эти флажки, конечно. На мини-карте, не видишь? Походу нет. Но я бегу за тобой. Угу. Вот это что? О, таверна, королевский краб. Смотри-ка, прикол. Мы нашли его. Как ты его вычислил? Без понятия. Это, вангую. О, заходим, наверное, я только по табличке это понял. Угу. Так, возможность надо узнать, что он там хочет. Да, что он от нас вообще... Ух ты. Ага. Что? Так, конечно. Вступить что-то? Конечно, нравится приключения. Ну да. Так, и что он хочет, я понять не могу. Я тоже что-то вот... Короче, рекрутировать нас хочет, походу, куда-то, не? Так, и, ага. И обокрасть с помощью... Меня богатство не интересует внезапно. Мы уже наворовали. Ну... Вот так вот. Угу. Так. Так. Короче, походу он такой темненький тип. Мне он импонирует. Лучше командовать. Ну да. Логично, да. Ну да, вообще-то как. Вот как-то издалека заходит, я понять не могу, что хочет-то вообще. Так как ты изменишь-то судьбу? О, блин. Расскажи-ка о пятерке. Вообще, что-то какая-то странная организация. Фантастическая пятерка. Так, а чем она занимается? Он вообще вот темнит и не говорит впрямую. Да, что-то мне не нравится, типок. Ну, нравится, точнее. Но как-то странно это. Не завел бы он нас куда-нибудь в ловушку. Как-то не очень чудесно, мне так кажется уже. Че ты хочешь прямо-то, скажи, да? Так. Будем вербоваться, нет? В великую пятерку? Угу. Я что-то не особо понял, о чем это он. Как бы это потом не вылилось. Так, сменить ситуацию. Тему. Может, уходим тогда и пофиг вообще на него. Ладно, да, уходим пока. Если это что, если странный что, парень, да. Да, что за великая пятерка? Он там все что-то выдумал в голове. Какую-то пятерку там великую. О, и тут котяра. О, кот, стой, сейчас с котом заобщаемся. Прикольно, кто ты, кошак? О, корабельный кот.
Угу. Так, о, про корабль. Ну-ка выясним про корабль. Угу. Выжил только ты, кошак. Везунчик. О, блин, он хочет спутницу? Точно. Так, ну понятно, он нам предлагает, походу есть кошачья любовь, квест добавился. Ага, надо узнать у кошки, почему она не обращает на него внимания. А где вообще она? Она где-то в мэрии, я так понял. Надо будет пообщаться тогда. Так, подожди, а где комната в таверне? Тут есть второй этаж? О, тут есть второй этаж. О, погоди. Вот, дверь к месту преступления я нашел. Так, идем? Где? Вот. Тут как бы и видно, что тут что-то не то произошло. А, ну все, вижу. Я вдруг спутал тебя с этой лучницей нашей. Так, да, пожалуйста, пусти нас. Да-да-да, самый дружелюбный. Окей. Заходи, дверь за собой. О! Так, что это было? Ой-ой-ой. Что? Я хотел всего лишь своровать! What? Я всего лишь хотел поворовать, за что? Что-то может, странное произошло. Что-то карма. Я даже не успел взглянуть, ты просто зашел и сразу какая-то фигня долбанула. Да, молния какая-то с небес. Загрузка обитель. Нас какой-то обитель сейчас спартанет, походу, да? Походу, да. Воу. Точно. Что это еще за Добби? Ну он уже не только носком обжился. Да-да, хозяин подарил мне носок. Ага. Что-то какие-то вообще феи там. Что это вообще? Что у него там за книжки такие танцующие, качающиеся? Ага. Стоп, стопки. Сейчас упадет он прям пригоршню с огнем. Взгляните! А я все это время валялся и общался. Бутылка вина я нашел. Чернильница, а флакон какой-то. Сразу пошло. Пошли бутылки вина. Так, я его быстрый доступ добавлю, естественно. Вот я что-то еще нашел. Так, о. Что там? Ролик видишь, нет? Или это только я вижу? Не, я вижу, что портал загорелся. Где? А, ты не видишь, да. Вот я теперь вижу. То есть я не видел. Теперь увидел, да? Угу. Как вижу. Мы к этому вообще гоблину попали? Где мы вообще? Походу у нас как-то телепортировалось место преступления. Там некий портал открылся. Забавно. И в какой-то некий обитель. Ну, я думаю, в зал обители. Нам это туда сейчас? Так. Ну да, пошли. О, он еще забавно так ходит. Чпинька. Такой робот. Мы уже не в мире. А где мы? Ух ты, смотри, какой портал. Демонический прям. В Обливиан. Ой, ё-ма. Так, а куда этот робот пошел? Чпинька. Так забавно. Уши такие. О, нифига себе статуйка. Ага. Четырехрукий Геракл. Это забавный мир здесь. Что это говори вообще? Сундук. Легендарная ткачиха. Что же у нас ткала такое? Панталоны. Пахучие труселя, которые у меня есть. Наверное.
Хранить молчание. То есть она молчит, прикольно. Хм. Так, а это я же еще, блин, расскажи, конец. Да, от своей попытки. Все, что ли? И чё, легендарная ткачиха? Ну, с ней поговори. Так, кто вы, госпожа? Смотри, не хочет она говорить. Нет, no. Нет, молчит. Поначалу женщина, молчаливая жена. Да, да, она изумлена. Ага. Так. Я. А, она умеет говорить. Ткачиха. Она поняла это, да-да-да. Времени. Ткачиха времени. Как-то пафосно такая. Ткачиха времени. Надо так говорить, наверное. Как это такой еще сзади смех был? Так. Что-то какие-то, пока, знаешь, корабли дрейфуют в космические пространства. Так, что-то он там запечатляет на гобеленах, или гобеленах, как сказать-то. Картины мироздания. А, ну мы, конечно, на гоблине не отметились. На гоблине? На гоблине. Угу, мы не являемся частью времени. Интересно. Мы межвременные. Так. Она перескала Катя. Ну, слава богу. Ручки, наверное, устали. Купила машинку Зингер. И все там. Проблема решена. Проблема решена. Пусть мир сам. И пусть весь мир подождет. Так, появился. Угу. Так, ну ты замучил уже с своими звездными камнями и хити их. Та-та-та-та-та. Да, одним и том же. Так, каких много вопросов. Так, ладно, сменить тему. Пойдем уже харе-харе про эти камни рассуждать. Пора вон уже грабить вон тот сундук. Надо рассказать импу. Ты можешь подслушать, если хочешь. Так, о. Что ты там ему рассказываешь? Слушаешь, да? Да-да-да. Там сундук говорящий я нашел. А, прикольно. Конец всего! Короче, все плохо, мы должны спасти. Да, мир. От себя, я думаю, да? Да. Так, ну мы встретились, да, она со мной говорила вообще-то. Чудесно, просто чудесно. Что ж она сказала? А, ну все логично, Зикс, потом следует ЗАГС, я так и думал. Угу. Так вечно, найдешь себе какого-то гоблина и сразу в ЗАГС. Так. Кто вы такой? Имп-историк. Чуть другого я им представлялся по существу это. Так, все кончится, ага. Какую-то историю нам такую. Опять эти звездные камни, ужас. Так, ну все, пойдем уже. Ладно, да. О. Что-то обновилось. Рунный камень. А, это мы в этот мир убежища сможем, да. Прикольно. Путешествовать. Нашел сундук говорящий. Популярно о пирамидах. Так, тут у меня какая-то книга про пирамиды. Так, вот этот сундук он со мной говорил. Последний сундук. А, надо найти, короче, все сундуки. Четверо. Четыре таких сундука надо найти. Чтоб открыть этот. А раздолбать не вариант? Ну, вряд ли нам им позволит. Я могу попробовать. Банзай! Да не только им. Телепортировать я его могу, нет? Я его телепортировать не могу. Плохо. Это хитрый какой-то. Очень хитрый какой-то сундучок. Так, тут халява. Чё за врата разрыва? Халява пустая.
Где ты видишь врата разрыва? А справа такая кнопочка появилась. А, ну это телепортатор куда-то. Гавань, конец времени. Так, нам надо в конец времени в аккурат. А, это там, где мы? Нет? Не знаю. Меня в начало портануло. А, ты телепортировался? Ну да. В то же место? Да. Значит, это и есть конец времени. Может, с ним надо поговорить еще? Так, нет? Что еще так? Путешествие. Так, в обитель. Убийство. А. Нашествие нежити. Так, нам еще надо выяснить причину про нашествие. А, то есть там все, нам уходить отсюда уже надо. То есть здесь нам уже сделать нечего. Ну, валим. 25 минут уже записан, 26. Ладно, да, уходим. Северные врата Сайлиса. А, а, ох ты. Дружно телепортировались. Ты не туда телепортируешься? Нет, я вместе с тобой телепортируюсь, походу. А, ты со мной телепортируешься? Ну прикольно. Да. Я думал, по отдельности. Ну, вроде мы как бы разъединены. Ну, походу нет. Прикольно. Нежданчик, нежданчик маленький. Так, ну что у нас получается осталось? Мы так и не осмотрели до конца место преступления. Нас портал. Мы вообще никак не осмотрели. Да, надо снова в этот трактир бежать. Что-то долгая такая загрузочка. Угу. На один промежуточный алтарь. Ладненько, я хочу побежать все-таки в эту так, таверну. Так, а мы в городе опять. И это таверна. Вот. Я побежал в таверну. Ну так, веди меня за собой. Я чешу за тобой. Непонятно, где куда мы высадились. Какой-то алтарь. Че, пешком теперь иду? О, побежал. Ты тут уже пытаешься найти чего-то. А вот это верно. Угу. Так, что там? Ну, в эту комнату пошли. Мы так не досмотрели. Давай взглянем. Угу. На комнату. Только за собой дверь закрой. Чтоб не подглядывали. Закрой. Ну, да, ты понимаешь, что я хочу сделать. А... Она... Так, как она закрывается? О. На нее нажми. Да что ты? Картину петуха заберем. Она здесь никому не нужна. Так, как воровство, они не расценивают то, что мы... Письмо от герцога. The Duke of Feral is the worst poet in Rivalon. In his defense, not much rhymes with murder. Ага, ну тут из-за любви все походу закрутилось. Так. Или. Это я тебе предъявляю, что ли, понять могу? Ты я спросил. Ну, может быть, да. А, это у нас конфликт. Да, да, такой, знаешь. Я вообще, я все делаю, а ты там сзади стоишь и пуляешь свои вот эти магические чарочки какие-то. А я вот впереди на себе всю атаку беру. Окей. А, все, это уже у нас первые дрязги. Ну все нормально. Пойду полежу. Так, ну-ка. Подушка. Я заберу у тебя подушку. Все, все, моя очередь. Очереди. Я могу рядом лечь? Ха! Нормально. Все нормально. Одна ждет. Двое спят, одна на карауле, короче. Ну да. Все. Не, меня, конечно, твоя книжечка убивает из Sims. Нормально, стильно. Реклама Sims 4 без палева. Без палева. Так, насчет преступления. Что у нас там? Загадочное убийство. Это надо этому пойти показать, наверное, опять Лауренсию или кто он там. Надо смотреть тело. А где тело? Вот это кровавая лужица, что ли? Нет. Пол весь в крови. Чтобы окончательно составить картину событий, надо смотреть тело. Mm-hmm. А тело похоронено? Или тут есть что-то подобие морга? Зеркало. Я могу в зеркало смотреть. Есть морг. Не показано, что тут вообще есть. Вот это что? О!
Я нашел. Кого? Тупо камеру вверх передвинул. Тут есть гробовщик или что-то такое. За мной иди. Он выше чуть-чуть таверны. Угу. А тут надо бы в таверну забежать. Тут я вижу погреб вкусный, халявный. Естественно, ты понимаешь, что в погребе делать мы будем. Угу. Так, что ты тут крафтишь? О. А, ремонтируешь? О, я отремонтировал, и мне дали возможность прокачать себе новый талант и новую способность. Ой, мне дали. Прикольно, давай прокачаем. Так, талант, способности. А таланты что у нас тут? А, вот, это возраст стрел, так, паук одиночка, вонь. От тебя по эти будут противники меньше. Ты не будешь для них приятной целью, но. Ну понятно, что там вонючку бить-то. Всезнайка. Грузчик, гурман. Зомби. Я не знаю, может себе тоже телекинез взять? Легкий шар. Ой, это карманник мы себе. Карманник. Пиявка есть вот. Да, в крови, если стоишь, то лечишься. Прикольная штука. Ты себе это возьмешь, да? Не знаю. Я смотрю. Ага, торопливость ученые. Храбрость. Что нашел? Лежит груша, можно скушать. Так, ну я тебя жду. Так, я думаю. Какую-то дверь. Ход дверь. Ну тут. Гурмана может взять. Кого взять? Гурмана. Вдвое усиливает действие пищи, хотя нафиг нужно. Ой, о, во, длинные руки. Увеличивает дальность действия заклинаний свитков на 2 метра. Да, вот давай, то, что бей. Нужно вообще прям. Твоя спутница, она такая грязная, я только заметил. Ну а что она там? В плену была, что ты хочешь. Так она и дитя медведи там. Так, геомантию Короче, взять. Хотя нет, ополченец, колдовство, наверное, взять еще. Пусть. Так, все, ты куда убежал уже? Вот, я по карте смотри, я жду тебя возле двери. А все, вижу. Тут, походу, похоронное бюро. Потому что тут могилки стоят. Ну, ой, ё-моё. Клад... Ты не туда побежал. Не туда, не туда. Вообще не туда, сейчас по карте сориентируйся. Да не все туда. Писал изначально. Я просто забежал на дорожку рядом. А. Вот она тут рядом совсем. Походу какое-то похоронное бюро. Так. О, трупы. Трупы. Трупы, да. Походу это мы туда надо, куда нам надо пришли. Так, а что у нас тут все закрыто? Давай на второй этаж пойдем сначала, может. Может там на втором этаже человек есть? Да что такое? А вот он. Я не могу попасть в лестницу, я гениален. А, все, попал. Он возле меня стоит, так что, вот, говори с ним. Что он там делает? Вот. Так, что убийстве Джека, да. Угу. Насчет трупа. Так, насчет трупа, что ты нам скажешь? Угу. Так, он не очень рад, что его допрашивают. И все, что ли? Что известно о убийстве? Отпущено против, но недалеко на севере от похоронного бюро. Джека уже похоронили, якобы. Мы уже опоздали. Так, ну ладно, тогда что, пойдем? Ладно, пошли. А грабить бум, что нет? Я буду, да, подожди. Ну... Ты подожди меня чуть-чуть, пока он там. Ты его там займи, типа. Да чё, чувак, постой, давай пообщаемся. Правда, трупы красть как-то, а обкрадывать это вообще как-то, знаешь, по-гиенски. Гиенски. По-гиенски? По-гиенски, как гиена. О, я нашел книжечку еще на кузнец своего счастья. Окей, я тебе передам потом ее. Угу. Так. Я тут какие-то справочники пока посмотрю. 9-дюймовые гвозди. Да я думал, монитор 9-дюймовый. Так, трупы. Интересно, что ячейки с трупами показываются как такие кости, мясо. Обгладанные. Ладно, так, я тебе перекину сейчас книги.
Давай. Я пришел. Отправить скилл, отправить скилл. И вот это еще. Интересный камень. Все в похоронном деле. Угу. Тут нифига себе. Так, понятно, тут не в жесткие порядки. Looks like the mortician is rather suspicious about Jake. О. What could Mayor Cecil, Captain Aureus or Evelyn have to do with it? Еще рецепт доступен. Что это случилось? Загадочное убийство. Четверо подозреваемых есть. Сам Джейк. А, подожди, Джейк, не Джейк, а этот. Мэр Сесил, Эвелин, капитан Аурей и Эсмеральда, его жена. Угу. Ну, хотя бы что-то выяснили. Четыре подозреваемых есть. Так, пошли на кладбище или как? Пойдем. 6 минут записываем. Ну, тогда в следующей серии пойдем. Давай вот сюда на перекресток выйдем. Чтоб как-то видно было, а тут этот дом ничего не видно. Да, в следующей серии мы пойдем, я считаю, на этот, на кладбище, узнаем что да как. Найдем, я думаю, могилу нашего Джейка. В этой серии Скиф нашел себе еще одного напарника, одичалую женщину. Грязную, немытую слегка. Видимо, да. Она грязненькая такая. Вот, и будем продвигаться. Блин, ну реально Sims у тебя. Я не могу. А это круто. Я надо книжку найти другую. Это тебе покой не даст. Огромное спасибо всем тем, кто посмотрел этот видеоролик. Подписывайтесь на наши каналы, лайки, комментарии. Приветствуется. Да. Всем всего хорошего. Пока-пока.